В этот город сегодня вошли первые подразделения армии Ирака. BBC сообщает, на восточных окраинах правительственные силы, которые поддерживают авиация западной коалиции, вступили в бой с боевиками, запрещенной в России и других странах группировки «Исламское государство». Террористы свозят в город мирных жителей из окрестностей Мосула, чтобы использовать как живой щит. Тех, кто отказывается, расстреливают на месте. По данным ООН, за 2 недели боевики насильно перевезли десятки тысяч человек. В Мосуле на положении заложников находится около 1 миллиона.